Ну и что? Что дальше-то? Да ничего уж. Что теперь? Это работка для ведьмака. Ну, как хочешь. В чем дело? Чудище на меня напало, на нас с товарищем. Уж мы ему покажем. Не мы, ведьмак. Да по что ж ведьмака тревожить? Это должно быть стая волков на тебя напала. А ты перепугался, вот ты и привиделась. Сейчас пару ребят похрабрей созову и... Обойдешься. Поможешь, ведьмак? На тебя вся надежда. Эти сфарер все-таки идиоты. Может, этот охотник был прав? Может, это были просто волки? Я-то знаю, что видел. Да что он может знать? Эти неумехи из Друмондов ни черта не смыслят. У него-то как раз были цвета анкрайтов. А ты уверен? Более чем. Да без разницы, этим я тоже не доверяю. Это были чудища, и мне нужен ведьмак, а не охотник. Добро, говори, в чем дело. Ехал я с приятелем сюда, в Фирсдаль, на телеге с кожами. И тут вопль! Конь как переполошится, как забрыкается, а с кустов чудища! Товарищу моему не повезло, они сперва до него добрались, а я чудом уцелел. Что это были за чудища? Микухи, как пить дать! Кто? Ну, такие, с острыми когтями и со звериными черепами на головах, стаями нападают. Накеры? Ну да, накеры! Штук 20 их было! Ну как поможешь? Перебьешь их? Хорошо бы дорогу расчистить, а то я в эту сторону скоро опять поеду. Я тебе помогу. Я так и знал! Все-таки ведьмак есть ведьмак, а не какой-нибудь прощелыга из Друмондов. Точнее, из Друмондов. Удачи, ведьмак! Бывай! Минутку. Где мне тебя найти? Чего? Когда я выполню задание, где тебя искать? А, ну да, ну... тут, в корчме неподалеку, буду ждать. Да. Ладно, до встречи. Вот она, телега. Ну что, посмотрим? На боках у него раны, словно от когтей. На челюсти сжатый, позвоночник выгнут дугой, будто умер он от столбняка. Какого... Подсказывает, что это не случайность. Надо бы проверить. Борозда в снегу свежая. Валун катился здесь.
Вот оттуда сбросили валун, а там, похоже, какие-то следы. Накер, должно быть, бродил по грязи, прежде чем сюда пришел. Стопа Накера выдолблена изнутри, будто башмак, который кто-то потерял на бегу. Становится все интересней. Лапа Накера и человеческая нога. Маленькая, как у ребенка, который явно бежал.
здесь следы обрываются. Кто же развешивает рисунки в таком месте? Как будто рисовал ребенок. Или кто-то накорябал, как курица лапой. А вот это, кажется, я. Две палки за спиной. Вроде все сходится. Это должно быть телега? А вот место, где меня должен был раздавить камень. Теперь я знаю, откуда взялись следы накерового луна. Только интересно, кто на самом деле их оставил. Эти шарики на ножках Эндриаги. Кажется, они должны были меня прикончить. Все это похоже на какой-то план. Это должно быть место встречи. Кажется, над всем этим покушением работала целая команда. Пора познакомиться с шутниками. Накер. Его разорвал кто-то огромный, а потом кто-то отрезал ему ноги. Это должно быть здесь. Можете выходить. Я видел ваш план. И, между прочим, я вас слышу. Одно булькает, как кипяток в ржавом горшке. Второе дышит нервно, как серна, попавшая в силки. А третьему лучше принять что-нибудь от боли в горле. Советую тимьян. Ваше последнее слово. Наши! Это ж ты у нас в плену! Ты так уверен? Возьмак, не болтать! А то Польдик из него сделает суп! Вот именно! Мы тебя схватили! И теперь ты отдана наша милость и немилость! Да что ты! Я сейчас как развернусь, повернусь и... Польдик сказал! Возьмак, закрыть пасть! Или... попадать в суп. Удивляюсь, почему он до сих пор туда не попал. Вы должны были его убить. Чего? Убивать уговора не было. Вот именно. Мы должны были его только напугать. Чтобы знал, что мы страшные. Нам дорогу не переходи. Кажется, друг друга не поняли. Это убийца. Такой же, как они все. Как и тот, кто убил мою Адалию. Нам всем очень жаль твою жену. Но ведь не этот ведьмак ее убил. Мы не можем наказывать его за чужую вину. У этого тоже много чего на совести. Я слышал, что он сделал с Коридом и Стусом. Но золотого дракона он пощадил. Да? А что вы скажете про Вериену? Ту Бруксу, что любила голубые розы из Назаира. Ее он не пожалел. Вериена убивала невинных людей, я должен был что-то сделать. Но многим другим чудищам я помог. Да? Это кому же? Вы наверняка знаете Сильвана из Велена. У меня был выбор, убить его и забрать награду у крестьян, или договориться с ним. Я выбрал второе. Сильвана страшная, пройдусь.
страхе. Ну, как мило, что ты ему ничего не сделал. Не смеши меня. Этого слишком мало. Я отпустил Сальму, суккуба из Новиграда. Я позволил ей уйти с миром, хотя знал, что она убила стражников. Значит, даже если ты знаешь, что чудовище убивало, то не причинишь ему вреда. Если у него были добрые намерения, то да. У меня такое случается. Видишь? Он вовсе не такой злой. Давай отпустим его. Ты хочешь его пощадить? Чтобы он всех нас выследил и перебил? Я ничего вам не сделаю. Я не убиваю разумных существ. Лжешь. Каждый ведьмак – убийца. Я убиваю чудовищ. Профессия у меня такая. Но только если они угрожают людям. Ты ненавидишь нас всех! Люди ненавидят вас, потому что ничего не знают. Им неведомо, кто по-настоящему опасен, а кто просто хочет спокойно жить. Только ведьмаки стоят между вами и людьми. Мы знаем оба этих мира и храним оба. Мы убиваем опасных чудовищ, чтобы разумные могли жить в покое. Ты говоришь так, потому что боишься. Ты знаешь, что нас больше. Ничего подобного. Если бы я захотел, я бы давно вас перебил. Я ему верю. Отпустим его. Я за. По-моему, он не лжет. Пустить возьмака! Глупцы! Он провел вас, как щенков! Корчит из себя честного и доброго! Да только это обман! Люди всегда врут! Успокойся! Этим ты не вернешь Адалию к жизни! Стойте здесь! Я сам с ним разберусь. Погибнешь за это. За смерть моей Адали. Одни добрые, другие злые. А есть те, кто просто сбился с пути. Жалко его. Он когда-то был другим. Жаль, что мы поддались на его уговоры. Возьми вот. Это такая безделушка от нас, чтобы ты по-прежнему помнил, что не все чудовища опасны. Спасибо.